Всем добрый день. Сегодня у нас очередная нестандартная распаковка. На этот раз из Российской Федерации со склада Москвы пришел зонтик. Знаете уже по названию. Правда, зонтик со склада китайского, с магазина Али. В связи с тем, что склад здесь, быстро распродают. И цена данного зонтика, в зависимости от того, кто продает, какой производитель. А как мы знаем, что все зонты делаются на одном заводе, а дальше на выходе только прилепляются различные этикетки. Так вот, стоимость этого зонта где-то 1000 рублей, плюс-минус 200 рублей, в зависимости от того, кто продает, то в данном случае стоимость его всего 600 рублей. Хотя доставка из Москвы, но там написано, что нужно срочно освободить склад. Бывают разные расцветки. Здесь взят черный с рисунком. Есть черный, желтый, красный, ну и другие варианты. Потом по ссылке посмотрите. Пришло в черном пакете поверх пупырки. Пришло компания SDEC, ну, достаточно продолжительное время. Ну, наверное, около недели это все шло. Может быть, связано с тем, что в Москве склад, дойти нужно до него и так далее. Отгрузиться и доставить непосредственно в город проживания. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Пришел в черном пакете, доставка до дверей. Внутри этого черного пакета находилась вот эта пупырка. Упаковано все достаточно надежно. Если же там что-то уронит и так далее, то, ну, я думаю, сохранится при доставке. Достался у нас чехол. Чехол простой, без особых излишеств, только чтобы надевать. Здесь еще защищена ручка пупыркой. Производитель у нас. Название можно не смотреть. Black One, черный первый. То есть такой вот зонтик. Материал полиэстер 100%. Дальше он даже изготовлен в Шаоксин, Чайна или Китай. И указано производство чье. Продукт, зонтик. То есть он автоматический. Здесь вот есть вставки под дерево. Здесь прорезиненная поверхность. Причем он не воняет. Здесь он под дерево сделано. Стандартный зонт. Раскрывается. Закрывается. И его укладывается. После использования. Обычный стандартный зонт, которых много. Но я говорю, что стоимость достаточно низкая. Не знаю почему. Хотя варианты другие там немного подороже. Достаточно хорошо все сделано. Использовать по назначению. Надеюсь, также прослужит долго, как предыдущий китайский зонтик такого же типа. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.